только положили и уже режут. У фрезы на перекрестке улиц Зейской и Артиллерийской работы много. С помощью нее убирают шишки и другие недостатки, а также готовят старый и новый асфальт к идеальной стыковке. В выходные здесь положили первый слой асфальта. Готовят к установке светофоры. Десятилетняя Таня Ковальчук считает, регулировщик тут непременно нужен. Она почти каждый день ходит по Зейской на занятия в детский морской центр и уже успела отметить плюсы проведенного ремонта. Здесь все такое разрушенное было, старенькое. Хотелось чего-то новенького. Получше стало, дороги асфальтированные стали, не так грязи много. А вот где еще не асфальтированы, очень много пыли, грязи. На Зейской в районе Черемушек с пылью борются поливальные машины. В этом году заасфальтировать участок строители, скорее всего, не успеют. У нас по улице Зейской от новой, от железнодорожной до улицы Новой выполнена вся инженерная инфраструктура. Это водоподведение, ливневая канализация. Скорее всего, мы уйдем в гравийном исполнении в Новый год, и в 2017 году мы доделаем там работы по асфальтобетонному покрытию. Зато в рамках третьей очереди реконструкции коллекторов в порядок успели привести улицу Железнодорожную. Участок улицы Железнодорожной от Ленина до Зейской открыли для проезда транспорта в эту субботу. После того, как уложили на проезжей части два слоя асфальта и завершили благоустройство. Однако сегодня движение авто по участку снова пришлось ограничить. Официальные работы завершатся, когда специалисты нанесут разметку. Второй пусковой комплекс коллектора по Трудовой от Ленина до Зейской тоже завершили на этих выходных. Для проезда участок уже открыли. Остались только осветительные работы. В этот квартал вернутся 10 фонарей, которые демонтировали на время ремонта. Кристина Добровольская, Андрей Белый, программа «Город».